Николай Меркушкин зарегистрирован как избранный губернатор Самарской области. Такое решение единогласно принято сегодня на заседании облизбиркома. Процедуру эту предусматривает региональный закон о выборах губернатора. Напомню, что по этому же закону возглавлять регион не может, к примеру, депутат, член Совета Федерации, судья. Таких противоречий у избранного губернатора нет. Вот как раз обсуждался вопрос насчет того, что Николай Иванович сейчас является временно исполняющим обязанности губернатора. Но по этому поводу никакого отдельного документа не надо, как я уже сказал, поскольку в соответствии с указом президента Российской Федерации четко прописано, что он исполняет эти обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором. Наделение полномочиями, то есть церемония вступления в должность, пройдет в торжественной обстановке на заседании Губернской думы.